Wir sind in der Predigt. И давайте сразу первое. У меня всего два местописания. Ich habe nur zwei Bibelstellen. Но одно длинное. Aber eins ist lange. Вот. И давайте мы первое местописание, это Римлянам 6 глава, 10 по 23 стишок. Römer 6, von 10 bis 23. Вот, я вот думаю, как это сделать. Deswegen überlege ich mir, wie soll ich das jetzt machen? Чтобы сокращать время. Damit ich die Zeit ein bisschen spare. Если сразу начать, будет не совсем, может быть, понятно. Wenn ich direkt anfange, wird es vielleicht unklar und поэтому, наверное, надо все-таки прочитать сперва весь отрывок. Deshalb will ich erst zuerst den ganzen Vers lesen. Чтобы общий смысл был понятен. Damit die ganze Sinn verständlich wird. Давайте, я буду читать, вы ich там werde lesen. Бросайте дальше, передвигайте, да? Und die Bibelstellen werden weiter abgespielt ja, werden. Я сейчас быстро все прочитаю. Ich werde alles durchlesen. Потом, наверное, ты на немецком тоже придется прочитать. Я пока отдохну, чай попью. А потом уже будем это объяснять, смотреть вместе. Danach werden wir alles erklären. Окей? Окей. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. Речь идет об Иисусе, да? А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак! Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабство нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, как их ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь. Теперь по-немецкому давайте еще раз, пусть чтобы для записи тоже было. Denn was er gestorben ist, ist er für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Also auch ihr haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesu. Der Herrscher, so herrsche denn nicht die Sünde in euren sterblichen Leiber, um seinen Lüsten zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter Gnade sind? Da sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt, als Sklaven zu Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorchtet? Entweder der Sünde zum Tod oder der Gehorsam zum Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber vom Herzen gehorsam geworden seid, dem Bilde der Lehre, welchem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn gleich wie ihr eure Glieder dargestellt habt zur Sklaverei der Ungerechtigkeit und der Gesetzlosigkeit, zur Gesetzlosigkeit, also stellt jetzt eure Glieder dar zur Sklaverei der Gerechtigkeit, zur Heiligkeit, denn als ihr Sklaven die Sünde waret, da waret ihr freie von der Gerechtigkeit.
welche Frucht hattet ihr denn damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Denn das Ende desselben ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit. Also, das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unseres Herrn. Halleluja! Итак, давайте сначала теперь мы also, немножко von разберем. Wir werden noch auseinanderlegen, это очень важное место. Das sind sehr wichtige Bibelstellen. Много истин, много sehr viel Wahrheit. Серьезных вещей написано для нас. Sehr viele wichtige, ernsthafte Sachen für uns. И именно проблема греха и праведности und описана здесь Problem тоже. Der, Sünde und Gerechtigkeit sind auch beschrieben. И часто, когда ты говоришь о благодати, проповедуешь о благодати, und sehr oft, wenn du über die Gnade sprichst, или разговариваешь с людьми, и показываешь, или пытаешься показать благодать Божию, подарок Божий, у многих людей почему-то приходит такой вопрос, оставаться ли нам в грехе? Или так, значит, можно жить и грешить. К сожалению, приходит у некоторых людей вот именно такая... К такому эргебнису, к такому резюме они приходят. Ну так, если Бог оправдывает меня, Gott mich gerechtfertigt, вот, что... благодатью я спасен, durch die Gnade bin ich gerettet, то можно жить и грешить. Dann kann ich leben und sündigen, etwa? И мне бы хотелось здесь немножко вот, точнее, яснее увидеть. Und ich will hier noch deutlicher zeigen, и понять, насколько это важно. Und verständlich machen, wie wichtig es ist, жить в праведности Божией zu leben in Gerechtigkeit Gottes, и в благодати Божией, und in der Gnade Gottes, а не во грехе. Und nicht in der Sünde. Запомни одно на всю жизнь. Behalte es für dein ganzes Leben. Грех Sünde. Всегда остается грехом. Die Sünde bleibt immer Sünde. И здесь никогда ничего не поменяется. Und hier wird sich nie was ändern. Слушай, блуд всегда будет блудом у Бога. Die Hurerei wird immer Hurerei im Augen Gottes bleiben. Прелюбодеяние всегда останется прелюбодеянием. Unzucht wird immer Unzucht bleiben. И никогда Господь не скажет, ну пойдет. Und der Herr wird niemals sagen, ach, ist okay. Niemals. Убийство останется убийством. Mord wird immer Mord bleiben. Но и ложь останется ложью. Und die Lüge wird immer Lügen bleiben. Лицемерие останется лицемерием. Heuchelei wird immer Heuchelei bleiben. И Бог никогда не согласится с лицемерием. Und der Herr wird niemals mit Heuchelei einverstanden sein. Он никогда не полюбит лицемерие. Er wird niemals die Heuchelei lieben. Он не полюбит какие-то мелкие грешки, которые мы называем мелкими. Er wird keine kleinen Sünden lieben, auch wenn wir sie klein nennen. Потому что грех пригвоздил Иисуса ко кресту. Weil die Sünde hat den Herrn Jesus an den Kreuz gebracht. И это Бог никогда не забудет. Und der Herr wird das niemals vergessen. Это Иисус никогда не забудет. Jesus wird das niemals vergessen. Иисус никогда не скажет, ну подумаешь. Und Jesus wird niemals sagen, ach was soll's. Ну подумаешь, грешат, пусть грешат. Ach was soll's, sie sündigen ein bisschen, soll sie sündigen. В отношении ко греху у Бога ничего не поменялось. In Bezug zur Sünde hat sich bei Gott nichts geändert. Вы со мной? Seid ihr mit mir? Что поменялось? Was sich geändert hat? Это возмездие за грех. Das ist die Strafe für die Sünde. Вот это поменялось. Das hat sich geändert. И поэтому Павел вот в этой главе много пишет о том. Deshalb Paulus in diesem Kapitel spricht viel darüber. Каким должно быть наше отношение к греху? Was für einen Bezug müssen wir mit Sünde haben zu Sünde? Благодать не умаляет. Преступление греха. Die Gnade macht nicht klein das Verbrechen der Sünde. Она не украшает грех в какую-то, знаете, безобидную оболочку и говорит, ничего страшного. Die macht die Sünde nicht so schuldlos oder unschuldig. И поэтому мне всегда всегда как-то странно. Deshalb ist mir immer ein bisschen merkwürdig. Когда люди говорят, ну если я теперь вот это, ну что, будет страшно,
Я умру, я не спасусь, я попаду в ад, если я буду вот так дальше. Deshalb für mich ist merkwürdig, wenn Menschen sagen, wenn ich das jetzt mache, wird es so schlimm sein, dass ich jetzt in Hölle komme. Пожалуйста, там не разговаривайте, bitte да? Bitte drüben не nicht sprechen. Это мешает, это попадает на видео, да? Разговаривать после служения. Bitte sprechen nach dem Gottesdienst. Вот, поэтому смотрите. Deshalb schaut. Перед глазами Божьими грех всегда будет грехом. Vor den Augen Gottes wird die Sünde immer Sünde bleiben. Вот. И когда мы грешим, und wenn wir sündigen, там написано, почему мы грешим. Weshalb sündigen wir? Почему один человек грешит, другой живет в Боге и ненавидит грех, weshalb как минимум. Einer sündigt, der andere lebt auch in Gott und hasst die Sünde, zumindest. Грех, я уже сказал, пригвоздил ко Христу Иисуса. Die Sünde hat Jesus an den Kreuz gebracht. И поэтому перед лицом Божьим он никогда не будет благословенным или harmlos, как сказать по-русски, невинным. Безобидным. Никогда не будет. Deshalb vor Augen Gottes wird die Sünde niemals harmlos sein. Бог по-другому относится сегодня к людям, которые грешат. Это да. Gott verhält sich zu den Menschen, die sündigen, heute anders als früher. Das stimmt. Но не на одну иоту не относится по-другому к самому греху. Aber kein einzig, kein bisschen weniger zu, verhasst zu Sünde. И если мы во Христе und wenn wir in Christus и понимаем sind, это, und verstehen das, наше отношение к греху должно быть таким же. Unser Verhalten zu Sünde soll genauso sein. Грех пригвоздил Иисуса ко Христу, умертвил его. Hat Jesus an den Kreuz genagelt und hat ihn getötet. И когда мы играем с грехом, und wenn wir mit der Sünde spielen, мы играем со смертью. Wir spielen mit dem Tod. И меня часто удивляют некоторые вещи. Und manche Sachen verwundern mich. Когда христиане вот как-то Christen, умудряются постоянно идти по лезвию ножа, говорят русские. Wenn die Christen so auf dem Messerschneide laufen. Я думаю, что многие из вас видели, как люди вот эти, которые идут там, я не знаю, как они называются, целый, а? Не канатоходцы, это ладно, они там это... Хоть за это деньги получают. Деньги, а те ненормальные, которые по стрелам крана идут, по зданиям, по этим высотам, просто так. Экстремалы вот эти. Экстремалы, где в высоких зданиях клеттан. Или на этой неделе как-то мы с женой смотрели передачу. Auf diese Woche haben wir mit meiner Frau eine Sendung gesehen. Показывали 10 самых ядовитых змей в Китае. Man hat gezeigt 10 giftigsten Schlangen in China. И там один мужик этим занимался, он их выискивал и потом показывал и рассказывал. Und ein Mann hat damit sich beschäftigt, sie zu fangen und sie zu zeigen. И лег перед этой коброй, понимаешь, и лежит. Und hat sich hingelegt vor dieser Kobra. И еще там поигрывает это. Und spielte mit ihr. Дразнит потихонечку. Und hat sie ein bisschen so geärgert. Я понимаю, что он хорошо знает повадки этих змей. Ich verstehe, dass er diese Tiere gut kennt. Но однажды что-то произойдет. Aber eines Tages wird was passieren. И он говорит, что этот есть змеи, которые там, которых ну нету даже противоядия. Und es gibt Schlangen, die sogar kein Gegengift gibt. Если она тебя укусит, то хана. Wenn sie dich beißt, dann ist vorbei. Dann wird keiner etwas helfen können. Медленно, но уверенно умрешь. Man wird langsam sicher sterben. Я с женой смотрел так и говорю, ну, ненормальный. Ich habe so eine Sendung geguckt und habe gesagt, das ist ein törichter Mensch. Умным не назовешь. Ich werde ihn klug nicht nennen können. Вот просто так, ради какого-то экстрима. Einfach so, wegen irgendein Extrem. Человек может распрощаться с жизнью. Ein Mensch kann sein Leben verlieren. Вот. Глупость. За какую-то глупость отдавать свою жизнь. Ну, я понимаю, что кто-то любит какие-то там, любит змею, ну пусть любит. Пусть смотрит на них, пусть там фотографирует, рассказывает, может быть. Но стоять на лезвии ножа, и что вот-вот она тебя схватит, он там дергается, прыгает. Какая разница, когда христианин постоянно ходит по лезвию ножа? Иногда к греху ближе, чем к святости Божией. Когда мы вращаемся все время там, где ты знаешь, что тебя вот-вот может уцепить, укусить. Wenn du verkehrst in den Umgebung, wo du weißt, dass du so nah bist, von der Sünde gebissen zu werden. Потому что ты под благодатью, это не значит, что безопасно
играть с грехом. Ну, weil du, wenn du unter der Gnade stehst, ist das nicht, sagt nicht, dass du, dass es, du riskieren sollst, mit der Sünde zu spielen. Послушайте меня внимательно. Hört mir ganz genau zu. Благодать Gnade ни одного человека hat keine einzige Person насильно не спасет. Gewaltsam gerettet. Не спасла насильно. Sie hat niemals jemanden gewaltsam gerettet. Написано, что мы спасены благодатью. Steht так? Geschrieben, dass wir gerettet durch die Gnade. И это аминь. Und das ist Amen. И слава Богу за это. Und Gott sei Dank dafür. Но она не спасла ни одного насильно. Aber sie hat keinem gewaltsam gerettet. Человек не хотел спастись. Der Mensch wollte nicht gerettet werden. Она его за шиворот und sie hat ihn trotzdem gepackt und gerettet. Это безумие. Das ist töricht. Это не благодать. Das ist keine Gnade. Благодать – это шанс для спасения. Die Gnade ist eine Chance für die Потому что под законом у нас этого шанса не было. Weil unter dem Gesetz haben wir so eine Chance nicht gehabt. Бог дал благодать. Gott hat die Gnade gegeben. И когда человек пытается в жизни по благодати Und wenn ein Mensch, der unter die Gnade lebt, легализировать грех, versucht die Sünde zu легализieren, он как минимум первое не понял, что такое благодать, dann minimum hat er nicht verstanden, was die Gnade ist. А второе, я сомневаюсь в его спасении. Dann zweites bezweifle ich, dass er überhaupt gerettet ist. Об Иисусе написано. Über Jesus steht geschrieben. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. Wenn er, als er gestorben ist, ist er einmal gestorben wegen der Sünde. А что живет, то живет для Бога. Und was er lebt, lebt er für Gott. И сразу следующий же стих. Und direkt danach der nächste Vers. Павел говорит, что как минимум. Paulus sagt minimum. Так и вы почитайте себя мертвыми sollt ihr euch selbst für tot erklären, для добрых дел für gute Taten, и будьте живыми und seid lebendig для этих змей. Für diese Schlangen. Так написано? So steht es geschrieben. Некоторые улыбаются. Нет, manche lachen. Слушайте, Павел ясно говорит. Hört mal, Paulus sagt ganz klar. Иисус умер один раз за грех. Jesus ist gestorben einmal wegen der Sünde. Воскрес. Ist auferstanden. И теперь живет для Бога. Lebt er für Gott. Все время живет. Er lebt. Не все время умирает. Er stirbt nicht immer wieder. И Павел говорит, как минимум мы, верующие, тоже должны Und так. Paulus sagt, minimum wir, so gläubige, sollen auch genauso leben. Хотя бы почитать себя мертвым для греха. Wenigstens sich für tot zu halten für die Sünde. А живым для Бога. Und lebendig für Gott. Если ты в каких-то областях своей жизни еще не справляешься. Wenn du in bestimmten Bereichen deines Lebens noch nicht gewonnen hast. Хочу тебе сказать, расслабься. Dann will ich dir sagen, entspann dich. И Бог говорит тебе то же самое. Und Gott sagt dir genauso. Потому что собственными усилиями мы не победим грех. Weil du mit deiner eigenen Kraft die Sünde nicht überwinden wirst. Мы не созданы для этого. Wir sind nicht dafür gemacht. И мы даже не спасены для того, чтобы собственной силой побеждать грех. Wir sind selbst auch nicht gerettet dafür, damit wir die, mit eigener Kraft die Sünde überwinden. Но Павел говорит, Aber Paulus sagt, будучи спасенным, seid gerettet. Почитай себя мертвым для греха. Zähle dich zu den Toten für die Sünde. Ты умер для греха. Du bist gestorben für die Sünde. Так я и назвал свою проповедь. Ich habe meine Predigt auch so genannt. Ты умер для греха. Du bist gestorben für die Sünde. Если ты умер для греха. Und wenn du gestorben bist für die Sünde. А можешь ли ты жить для него? Kannst du für ihn leben dann? Ну ты или умер, или живешь. Entweder du bist tot oder du bist lebendig. Алло, вы со мной? Seid ihr mit mir? Если ты умер для греха, Wenn du gestorben bist für die Sünde, то ты должен стать живым для Бога. Dann musst du lebendig sein für Gott. Во Христе Иисусе. In Jesus Christus. Ты не можешь одной ногой жить для дьявола, du kannst nicht mit einem Bein bei другой жить для Бога. Und bei dem anderen Bein mit dem Gott. Одной ногой быть мертвым. Mit einem Bein seist du tot. Для греха. Für die Sünde. А другой ногой полностью ходить в грехе. Und mit dem anderen Bein voll in die Sünde laufen. Это какой-то монстр. Das ist ein Monster. Amen. Amen. Павел говорит. Paulus sagt. Если ты еще имеешь проблему с какими-то грехами, Wenn du noch irgendein Problem mit Sünde hast, то начни почитать себя мертвым для него. Dann fang an, dich für tot zu rechnen начни für diese с Sünde. Этого. Fang damit an. Иисус умер за твои грехи. Jesus ist gestorben für deine Sünde. А ты, говорит, начни считать себя мертвым. Und du zähl dich für tot für diese Sünde. Это то же самое, что исповедовать. Das ist das gleiche wie bekennen. Что ты живешь во Христе. Du lebst in Christus. Ты уже не живешь для греха. Du lebst nicht mehr für Sünde. Он однажды умер.
hat ist einmal gestorben. И мы погребли с ним крещением смерти. И мы уже мертвые. Und wir sind jetzt tot. Ты говоришь, нет, я еще что-то делаю. Und du sagst, nein, tu noch was. Перестань так говорить. Dann hör auf, das so zu sprechen. Почитай себя мертвым для греха. Zähl dich für tot, für die Sünde. Через жертву Иисуса Христа. Durch den, Opfer Jesus Christus. А не ходи по бровке, вот, по, знаете, по, und lauf nicht по краешку auf die, между auf die, грехом и праведностью. Auf die, in der Grauzone zwischen Sünde und Gerechtigkeit. Потому что Библия говорит. Weil die Bibel sagt. Дьявол ходит как рыкающий лев. Der Teufel läuft wie ein brüllender Löwe. Ища кого поглотить. Und sucht, wen er vernichten kann. И знаешь, если ты от пропасти ходишь далеко-далеко в праведности. Und wenn du von dem Abgrund sehr, sehr weit tief in der Gerechtigkeit lebst. Ты живешь во Христе Иисусе. Und lebst in Christus Jesus. То поверь мне, дьяволу не очень легко тебя будет утащить туда. Dann glaub mir, dem Teufel wird das nicht sehr gut gelingen, dich Поэтому von da rauszubringen. Бог хочет. Deshalb Gott will. Чтобы мы ушли далеко. Dass wir tief in в обетование Божие. In die Gebet, Verheißung Gottes. Праведность во Христе Иисусе. In Gerechtigkeit in Jesus Christus. Чтобы мы оделись в эту праведность. Dass wir anziehen diese Gerechtigkeit. Чтобы мы жили в ней. Dass wir in dir leben. В Господе нашем. Im Herrn, unserem Herrn. И тогда грех не будет царствовать. Und dann wird die Sünde nicht mehr über dich herrschen. Грех. Итак, да не царствует грех смертном вашем теле. Und die Sünde soll nicht mehr herrschen in eurem sterblichen Leib. Чтобы вам повиноваться ему в похотях ваших. Damit ihr ihn gehorcht in euren Gelüste. Это не христианство. Das ist keine Christenheit. Это заморочка. Das ist eine Verwirrtheit. Если христианин живет постоянно все еще в рабстве греха. Wenn der Christ immer noch in der Sklaverei der Sünde lebt. И прикрывается благодатью. Und sich bedeckt mit der Gnade. Он вообще не понял, что такое благодать. Dann hat er überhaupt nicht verstanden, was Gnade ist. Потому что именно благодать. Weil genau die Gnade. Освобождает человека от рабства греха. Macht dich frei von der Sklaverei der Sünde. И грех, да не царствует грех. Und die Sünde soll nicht mehr herrschen. В вашей жизни. In deinem Leben. В смертном вашем теле. In euren sterblichen Leiber. Ты уже не можешь, не должен повиноваться ему. Du sollst nicht mehr gehorchen. И знаете, другой перевод говорит. Und die andere Übersetzung sagt. Грех не может царствовать в вашей жизни. Die Sünde kann nicht herrschen. Слушай, если ты его уволил. Wenn du ihn entlassen hast. Если он перестал быть царем. Wenn er aufgehört hat, für dich König zu sein. Потому что твоим царем стал Иисус. Weil Jesus dein König wurde. Как же грех может дальше тобою командовать? Wie kann die Sünde dann weiter über dich herrschen? Давайте дальше. Lass uns weiterlesen. И не предавайте сына ваше греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Stellt euch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Павел ясно подчеркивает. Paulus macht das hier deutlich. Наши члены, unsere Glieder, наш разум, unser Verstand, вся наша жизнь, unser ganzes Leben, находится под нашим контролем или под контролем Божьим. Ist unter Kontrolle, unser Kontrolle, unter Kontrolle Gottes. Когда мы отдаем его под контроль Божий, wenn wir unter Kontrolle Gottes bringen, то тогда, вот, представьте себя Богу. Представьте euch Gott her. Все эти члены. Alle unsere Glieder. В орудие, не в орудие неправды. Nicht in Werkzeugen der Ungerechtigkeit. А представьте себя Богу. Aber stellt euch da. Как те, которые познали. Als die, die erkannt haben. Что они были мертвые. Dass sie tot waren. Во грехах и преступлениях. In Sünden und Ungerechtigkeit. Они жили в этих грехах. Sie lebten in diesen Sünden. Которые умертвили их. Die haben sie tot Теперь gemacht. Отдай эти члены Богу. Und jetzt gib alle diese Glieder Gott. В орудие праведности. Zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. И дальше. Und weiter. Это один из основных стишков всего этого послания. 14. Грех не должен над вами господствовать. Ибо вы не под законом, но под благодатью. Другой перевод, современный перевод, несколько переводов я читал. Ich habe sie gelesen. Я несколько переводов читал. Ich habe mehrere Übersetzungen gelesen. Они говорят, и sagen, грех не может над вами господствовать. Es sagt, die Sünde kann nicht über потому euch что вы не под законом, weil ihr seid nicht unter а dem потому Gesetz, что мы под благодатью. Sondern ihr seid unter der Gnade. Итак, закон also Gesetz, сажает грех на престол. На царский setzte престол. Die Sünde auf dem Thron. И пока люди жили под законом, und solange die Menschen in dem Gesetz gelebt они haben, были
подвластны закону и одновременно подвластны греху. Благодать она освободила человека от греха. Von der Sünde. Грех не может над тобою господствовать. Die Sünde kann nicht mehr unter dir herrschen. Давайте попробуем разобраться. Lass uns doch bitte verstehen, versuchen. Библия говорит, жена это помощница мужу, правильно? Die Bibel sagt, die Ehefrau ist die Helferin des Ehemannes. Должна или нет? Sie soll ihm gehorchen, ja. Женщины, должна жена повиноваться мужу? Frauen sollen die Frauen der Männer gehorchen. Потому что все, да. Да. Alle, ja, нет, ja. Я хочу женщин спросить, сестры. Ich will die Schwestern. Сестры. Ja. 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 Самое больше она кричит. Сережа, тебе повезло. Сергей, du hast Glück. И все-таки мне хочется, чтобы мы Und все это поняли, эту истину. Will ich, dass ihr alle diese Wahrheit versteht. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Ehefrauen gehorcht euren Männern. Это не выбор. Das ist keine Это Wahl. Так построил Бог все. So hat Gott aufgebaut. И вот представьте себе. Und könnt euch vorstellen? У тебя была жена. Du hast eine Ehefrau gehabt. Она тебе повиновалась. Sie hat dir gehorcht. Ты указывал. Du hast ihr gesagt. Ты говорил, что делать. Du hast ihr gesagt, was sie она soll, шла и soll. Делала. Sie ging und machte охотно das. Или неохотно. Freiwillig oder nicht freiwillig. С радостью или не совсем. Mit Freude oder nicht sehr. Она выполняла твои эти. Sie machte das, was du sagtest. Приказы. Deine Befehle. Хороший ты был господин или плохой. Was du ein guter Herr oder nicht ein guter Тут можно опять спорить. Hier man kann man streiten. Может быть, и некоторые мужья не совсем такие правильные. Kann sein, dass nicht alle Ehemänner so Но повелевает своей жене, и она это делает. Aber er sagt seine Frau, Почему? Die Frau tut das. Weshalb? Потому что это правильно. Weil das ist richtig. Она принадлежит мужу. Sie gehorcht dem Herrn, dem Ehemann gehört. Вот теперь представьте себе такую картину. Und jetzt stell dir ein anderes Bild vor. Они разошлись. Sie haben sich scheiden lassen. А его жена вышла за другого. Seine Ehefrau ist ein anderen geheiratet. А этот муж постоянно пытается претендовать на ее послушание. Ehemann kommt Все und versucht immer wieder, stellt Ansprüche an ihre Gehorsam. Звонит ей и говорит, слушай, сделай то и другое и третье. Kommt zu ihr und sagt, hör mal, mach das und das. Приди, уберись в моем доме. Komm und mach sauber mein Haus. И это не вопрос, не обсуждение, это ты должна это сделать. Und das ist keine Frage, das ist keine, du musst das machen. Это все равно, что грех, когда мы жили под грехом. Das ist das gleiche, als ob der Sünder, solange wir unter der Sünde lebten. Он господствовал над нами. Er herrschte über uns. Дальше написано там, кому мы отдаемся в послушание, того мы и рабы. Steht geschrieben, wem wir uns unterordnen, dessen Sklaven sind wir auch. И если мы не умрем. Und wenn wir nicht sterben. Для греха Für die Sünde, грех постоянно будет претендовать на нас. Wird die Sünde immer Ansprüche an uns stellen. Как муж, который уже развелся, все еще пытается претендовать и указывать жене, что ей делать. Wie der Ehemann, der sich von der Frau geschieden hat und trotzdem macht Ansprüche auf ihr Gehorsam. Жена должна сказать нормально, пошел ты вон. Die Ehefrau kann normalerweise sagen, geh mal hin. Кто ты такой? Wer bist du überhaupt? Чтобы я выполняла твои прихоти. Dass ich deine Befehle erfülle. Я выполняла их 10 лет. Ich habe sie 10 Jahre erfüllt. Пока мы были женаты. Solange wir verheiratet waren. Теперь пошел вон. Aber jetzt kannst du weggehen. И я принадлежу другому. Ich gehöre einem anderen. Amen. Грех не может над нами господствовать. Слышите? Die Sünde hat keine Ansprüche an uns. Он не может над тобой господствовать. Er kann nicht über dich herrschen. По одной только причине. Über einen einzigen Grund. Ты уже не живешь под грехом. Du lebst nicht mehr unter der Sünde. Ты развелся с ним. Du bist mit ihm geschieden. Ты умер для него. Du bist von, für ihn gestorben. Для того, чтобы жить в нем, в Damit Иисусе du Христе. Jesus lebst, Amen. Jesus Christus. И только когда мы это поймем, und nur wenn wir das verstehen, в нашей голове, in unserer Verstand. Поймем нашим сердцем. Verstehen in unserem Herzen. Грех начнет умирать. Die Sünde wird anfangen zu sterben. Я встречал женщин, ich habe Frauen getroffen, благословенных, gesegnete и других женщин, которые разведены. Die geschieden sind. И рассказывают мне все время, что этот муж все еще приходит и командует. Und erzählen sie mir, dass dieser Ehemann immer noch kommt und versucht, irgendwelche Я говорю, я Befehle не пойму, детский сад какой-то. Ich schaue mir das an, sagt, Вы разошлись 5 лет или 10 лет, ihr уже не живут geschieden schon 15 Jahre. Знаете, когда жена снова выходит замуж, там Wenn проще становится. Frau natürlich noch mal heiratet, dann ist es einfach. А пока она еще не замужем, und solange sie nicht verheiratet, многие мужики пытаются претендовать на нее. Manche Ehemänner versuchen immer noch Ansprüche приходят, указывают, что им делать, как kommen дом, und sagen,
вести себя, куда что поставить вообще. Слушай, или ты умер для него, или ты живешь еще с ним. Entweder du bist gestorben ihn oder du lebst noch mit ihm. Если ты разошлась, то разошлась. Wenn du mit ihm geschieden bist, dann bist du mit ihm geschieden. Если ты с грехом покончил, то покончил. Wenn du mit Sünde aufgehört hast, dann hast он не может над тобою господствовать. Er kann nicht über dich он не имеет власти. Er hat keine Ansprüche. Поэтому auf Павел говорит, да не царствует он больше в вашем. Deswegen steht geschrieben, er soll nicht mehr über dich herrschen. Он не сидит на престоле. Er sitzt nicht mehr auf dem Thron. Раньше он сидел. Früher hat er gesessen. Но когда ты умер для него, и стал жить для Бога, du hast angefangen zu leben für Gott. Плод ваш стал святость. Deine Frucht ist Gerechtigkeit. А конец жизни вечная, слышите? Und Ende, das ewige вот Leben. Откуда приходит плод, как святость. Daher kommt Frucht als Heiligkeit. Когда ты всем своим существом als wenn du in deinem ganzen Wesen познаешь, что ты мертвый для греха, erfahren wirst, dass du tot bist für die Sünde. Мертвый для греха, du bist tot für die Sünde. И живой для Бога. Und lebendig für Gott. Я вообще не обращаю на то внимание, что ты можешь сказать, да я еще вот тут или вот тут что-то не так делаю. И ахту überhaupt nicht darauf, wenn die Menschen sagen, ich mache hier noch was falsch und hier. Und речь совершенно не об этом. Ich rede jetzt von ganz речь о власти, которая есть над тобой. Ich sage dir nur mal über die Macht spreche ich jetzt. У меня есть власть над ней. Ich habe Macht über ihr. Это не значит, что я должен издеваться, или если das я делаю что-то nicht, не по любви, что это хорошо, nicht плохо отношусь. Das ist falsch, das этому ist... Библия нас не учит. Die Bibel lehrt uns nicht so. Но однозначно у меня есть над ней власть и авторитет. Aber ich habe Autorität über ihr. Я могу ей сказать, что ей надо делать. Ich kann ihr sagen, was sie machen и soll. Мудрая жена, и und eine библейская weise жена, Ehefrau, она послушает eine biblische Frau, sie hört и будет ihn. Делать. Und sie да? wird ihm hören. Но если я подойду и скажу, вот. Wenn ich zum Beispiel komme und sage jetzt Alvine, zu Alvina, скажу так, завтра, morgen, чтобы были пельмени, du musst пельмени machen, и принесешь их, привезешь сюда, und wir sie herbringen, ровно в час, genau um ein не Uhr. Одну минуту второго, а в час, чтобы они были здесь. Genau um ein Uhr. И вот этот послушает, dieser hier wird hören, и хоть он уже и не такой молодой, und obwohl er nicht mehr so jung ist, но у него могут крылья открыться, перышки подняться, Adlerflügel и он скажет, ты кто такой? Sagen, кто она тебе или кто ты ей? Was bist du ihr, und чтобы ты sie ей указывал, dass du ihr Befehle gibst. Это делает благодать. Слышите? Das macht die Sünde. Эту роль выполняет благодать. Diese Rolle spielt die Gnade. Когда мы умершие для греха, wenn wir gestorben sind für die Sünde, все еще стара, идем и грешим, wenn wir hingehen und sündigen, мы как бы вроде умерли, мы даже не почитаем себя мертвыми. Wir sind zwar gestorben, aber wir halten uns nicht für tot. Да, мы даже не почитаем. Павел говорит, почитаем. Читайте себя мертвым. Paulus sagt, halte dich für tot. Ты умер. Du bist tot. Вот. А грех он пытается нас все равно поработить. Aber die Sünde versucht immer wieder dich zu versklaven. А благодать. Die Gnade aber. Она говорит, ты свободен. Sagt dir, du bist frei. И благодать защищается за нас. Und die Gnade beschützt dich. И она говорит, не делай то, что он говорит. Und sie sagt, mach nicht, was er dir sagt. Wer ist denn какую власть он имеет над тобой? Welche Macht hat er über ты умерла для него. Du bist gestorben für ihn. Ты умерла для греха. Du bist gestorben ты für умерла для закона. Du bist gestorben für das Gesetz. Закон требует наказания. Das Gesetz требует, verlangt Strafe. А благодать это подарок. Aber die Gnade ist ein Geschenk. Закон требует возмездия. Das Gesetz verlangt eine Strafe. А благодать защищается за тебя. Aber die Gnade beschützt dich. Вот разница в благодати. Da ist der Unterschied zwischen Gnade. Но закон никогда не имеет больше над тобой власти. Aber das Gesetz hat niemals mehr über dich Macht. Если ты понял, что ты умер, wenn du verstanden hast, dass du gestorben bist für die Sünde, а жил для Бога, und живешь für Gott, милые мои, meine teure, и не надо тебе искать повода грешить. Und du sollst nicht einen Grund если suchen, тебя всегда интересует, ну как далеко можно wenn зайти в грех, immer interessiert, чтобы, wie weit du dahin gehen darfst, чтобы еще не потерять спасение, um nicht ganz die Erlösung zu verlieren, то ты просто не понял, dann habt ihr überhaupt что ты вообще не живешь в благодати. Dass ihr lebt überhaupt nicht in der Gnade. Ты живешь в грехе и под законом. Ihr lebt unter Sünde und unter dem Gesetz. Тебе надо вырываться оттуда. Du musst raus daraus. Потому что до тех пор, пока закон, грех господствует, weil solange die Sünde noch über dich herrscht, ты не можешь сказать, что ты живешь в благодати. Weil du nicht sagen kannst, dass и не обманывай себя lebt. И меня. Betrüge dich selbst nicht um mich. Грех не может над вами господствовать. Die Sünde kann nicht über euch скажи, не может.
Kann nicht. Потому что я не принадлежу греху. Weil ich gehöre nicht mehr der Sünde. Я умер для греха. Ich bin gestorben für die Sünde. Я живу для Бога. Und ich lebe für Gott. И если я живу для Бога, Und ich, wenn ich lebe für Gott, как же я могу оставаться в грехе? Wie kann ich denn noch in der Sünde leben? Поэтому Павел обращается к ним. Deshalb Paul spricht zu ihnen. К тем, которые говорят, оставаться ли нам в грехе? Die sich fragen, sollen wir noch weiter sündigen? Чтобы умножилась благодать. Damit die Gnade zunehmen. Он говорит, вы умер для него. Paulus sagt, ihr seid gestorben für его Sünde. У вас нет вообще. Как ты можешь жить для греха? Habt überhaupt keine Macht über вы же его похоронили, да? Habt die Sünde doch gestorben. Если у тебя возникает такой вопрос, Und wenn bei dir noch diese Frage kommt, можно ли оставаться ли мне в грехе, darf ich noch in der Sünde bleiben? У тебя, как минимум, bei dir minimum, в шкафу скелет стоит скрытый. Hast du irgendwie einen, in deinem Schrank Он noch как eine Leiche? Вроде бы умер, Der ist zwar gestorben, вроде бы как, er ist irgendwie tot, но ты его не похоронил, aber du hast ihn nicht begraben. И у тебя всегда проблема, und du hast immer ein Problem. Потому что как только стемнеет в доме, weil wenn sobald es dunkel im Haus, и жена и дети легли в постель, und die Ehefrau und die Ehemann ты открываешь этот скелет, du öffnest diese Leiche, и любуешься ему, und schaust ihn an. Ты делаешь грех, du tust Sünde. Ты живешь в грехе, а не в благодати. Du lebst in der Sünde und nicht in der Gnade. Seid ihr mit mir? Вы понимаете разницу? Versteht ihr den Unterschied? Жить в грехе. In der Sünde zu leben. Когда ты пытаешься говорить, что он умер, Wenn ты du умер versuchst, dir selbst zu sagen, dass er gestorben ist. Пойми одну важную вещь. Versteh eine wichtige Sache. Закон das Gesetz будет постоянно тобой управлять. Wird dich immer beherrschen. И пока я буду жить Und solange ich lebe, с моей женой, mit meiner Ehefrau, она все еще будет моей женой, wird sie immer noch meine Ehefrau и sein. Я всегда смогу ей что-то сказать. Und ich werde ihr immer was sagen dürfen. И даже она что-то может мне сказать. Sogar sie kann mir einmal, говорит, manchmal будешь, mir was sagen. Куда едешь? Я еду в город. Ich, wo fährst du hin? Надо in die там Stadt. Купить что-то для стройки. Wir müssen da und da was kaufen она für говорит, das, заедь für den по пути и купи булку хлеба, то, другое, третье. Bitte fahr auf dem Weg und kauf noch ein bisschen Brot. И мы едем, заезжаем и делаем. Amen. Und wir fahren, kaufen у und нас machen. Союз есть. Wir haben einen Bund mit ihr. Если у тебя есть союз с грехом, Wenn du einen Bund mit der Sünde hast, ты будешь грешить. Wirst du sündigen. Если у тебя союз с Богом, Wenn du einen Bund mit Gott lebst, ты будешь отдаляться от греха, dann wirst du dich von der Sünde и жить в Боге. Und zu leben in Gott. Если у тебя союз с законом, Wenn du einen Bund im Gesetz hast, ты будешь постоянно получать возмездие. Wirst du immer Rache bekommen, Грех Strafe. И смерть станет твоим достоянием. Tod und Leben wird immer dein Erbe sein. Если у тебя союз с благодатью, Wenn du einen Bund mit der Gnade hast, Halleluja. Halleluja. Ты всегда будешь помилован Богом. Du wirst immer von Gott begnadigt И кроме sein. Того, что ты будешь помилован, Und außerdem, dass du begnadigt просто, sein wirst, ты просто будешь освобождаться с каждым du днем. Du wirst jeden Tag frei, от рабства frei греха. Werden. Давайте von дальше. Jeglicher Sklaverei der Sünde. Итак, грех не должен над вами господствовать. Die Sünde soll nicht über euch herrschen. Вы не под законом, но под благодатью. Ihr Давайте seid nicht дальше. Im Gesetz, sondern in dem Gnade. Also, weiter. Что же станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Ihr euch als Sklaven unterwerft, dessen Sklaven seid ihr. Того вы и рабы. Dessen Sklaven seid ihr auch. Если ты отдаешь себя в рабы для послушания греху, Wenn du dich als Sklave der Sünde unterwirfst, кому ты повинуешься? Wem unterwirfst du dich? Греху или праведности? Der Sünde oder der Gerechtigkeit? Богу или дьяволу? Dem Herrn oder dem Teufel? Закону или благодати? Dem Gesetz oder der Gnade? Того ты и раб. Dessen Sklave sein, wirst Давайте du sein. Дальше. Lass uns weiterlesen. У нас просто время быстро летит, я хочу. Uns die Zeit streicht sich schnell voran. Благодарение Богу. А, это мне нравится. Gott sei Dank. Ты благодаришь Бога своего? Du dankst deinem Herrn immer. Говоришь, когда слышишь на молитве, благодарю тебя, Боже. Sagst du immer, danke dir, Herr. Павел говорит, благодарение Богу. Gott sei Dank. Что вы прежде были рабами греха. Dass wir früher Sklaven der Sünde waren. Теперь. Jetzt aber. От сердца. Vom Herzen. Стали послушны тому образу учения. Sind wir gehorsam geworden der Bilder der Lehre. Себя. Здорово звучит. Dem wir uns hingegeben haben. Если ты еще не благодаришь Бога, начни это делать. Wenn du Gott noch nicht dankst, dann каждый раз, когда молишься, jedes Mal, wenn du говори, betest, благодарю тебя, Боже. Sage, Danke dir, Herr. И вот это мне очень хотелось бы подчеркнуть, каждый проверь себя. Unterstreichen.
Вы были прежде рабами греха. Ihr seid früher Sklaven der Sünde gewesen. Кто из нас не был прежде рабом греха, подними руку. Wer war früher nicht der Sklave der Sünde? Hebt die Hand. Итак. Also. Все были. Alle waren. А теперь. Und jetzt. Поднимите руку все те, которые могут сказать, я стал от сердца послушным тому образу учения, которому вы предали себя. Есть здесь такие? Аллилуйя! Если ты от сердца стал послушный, благодати, ты не останешься без успеха и плода. Dann wirst du nicht ohne Frucht bleiben. Ты не останешься в грехе. Du wirst nicht in der Sünde bleiben. Ты не будешь все еще следовать за грехом. Du wirst nicht der Sünde folgen. Потому что это невозможно. Weil das nicht möglich ist. Если ты от сердца стал послушным Богу, wenn du vom Herzen Gott gehorsam geworden bist, образу учения, und dem Bild der Lehre, которое заключается в одном слове благодать, sich einschließt ein Wort, die Gnade, освободившись же от греха, befreiten von der Sünde, человек на этой земле, ein Mensch in dieser Welt, не может не принадлежать никому. Слышите? Kann nicht niemanden gehören. Вы хорошо поняли, что я сказал? Habt ihr verstanden, was ich gesagt habe? Или, или. Oder, oder. Ты не можешь освободиться от греха. Du kannst nicht frei von der Sünde werden. И не присоединиться к Богу. Und dem, dich nicht Gott anschließen. Ты не можешь освободиться от неправедности. Du kannst nicht von Ungerechtigkeit frei werden. Не присоединившись к праведности. Ohne dich einzuschließen an die Потому Gerechtigkeit. Что или один, или другой будет тобою владеть. Entweder einer oder der andere wird über dich herrschen. Так уж получилось, я тут ни при чем. Es ist so gemacht worden, ich bin nicht schuld daran. Освободившись от греха, befreit von der Sünde, мы стали рабами. Sind wir Sklaven geworden. Мы стали рабами праведности. Wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. Вы помните, я читал стишок? Könnt ihr euch erinnern, ich habe diesen Vers gelesen. Там было написано, грех не может царствовать над вами. Da steht geschrieben, die Sünde kann nicht herrschen über Если euch. Ты под благодатью, wenn du unter der Gnade bist, Бог будет твоим царем. Dann wird Gott dein König sein. Это не значит, что ты отверг всех, и ты, не, ты сам себе, как говорят некоторые хозяева. Du kannst nicht sagen, dass du alle dann ablehnst und nur du allein bist. Самый большой хитрый обман. Das ist die größte Lüge. Я сам себе хозяин. Ich bin mein eigener Herr. Я никому не повинуюсь. Ich unterwerfe mich keinem. Есть те, которые там были женаты, замужем, разошлись, разбежались. Es gibt welche, die waren verheiratet und sind auseinandergegangen. И пытаются сказать, что они никому не повинуются. Und versuchen zu sagen, dass sie niemandem gehören. Хочу сказать, закрой рот. Schweig. Ты повинуешься греха прелюбодеяния, блуду и прочим вещам. Du unterwirfst dich der Sünde, der Unzucht und Hurerei. Гордости и многим другим. Stolz und viele andere Sachen. Они же блудят, они там, я не знаю, чем занимаются. Die Huren, die machen alle möglichen Sachen. Намного страшнее, чем было, когда были, может быть, замужем или женаты. Viel schlimmere Sachen, als sie damals noch, als sie verheiratet waren. Но дьяволу так удалось обмануть их. Aber dem Teufel ist so gelungen, sie zu belügen. Видишь, как тебе хорошо. Siehst du, wie gut es dir geht. Ты ничей не раб. Du bist свободная Sklave, du bist или свободный oder frei, ein freier oder freier. Ты не присоединился к Богу или к праведности, du dich nicht eingeschlossen ты никогда Herrn, не можешь быть свободным. Wirst du niemals frei werden. Освободившись от греха, befreit von der Sünde, ты становишься рабом праведности. Wirst du ein Sklave der Gerechtigkeit. Проверь себя сам. Prüfe dich selbst. Можешь ты сказать, что я раб праведности? Kannst du selbst sagen, ich bin ein Sklave der Gerechtigkeit. Я стал свободным от греха. Ich bin frei von der Sünde. Я живу по благодати. Ich lebe nach der Gnade. Lass uns weiterlesen. Говорю по рассуждению человеческому, и здесь так просто, ясно и понятно. Ради немощи плоти вашей. Когда предавали вы члены ваши в рабство нечистоте и беззаконие на дела беззаконные, так, как вы раньше предавали, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Und heute stellt eure Glieder dar zur Gerechtigkeit. Пояснение тут в принципе не требуется, да? Eine Erklärung bedarf es hier nicht. Иными словами, Павел говорит, mit anderen Worten sagt Paulus, слушай, ты дьяволу отдавал все. Hör mal, du hast dem Teufel alles gegeben. А Богу всегда жадничаешь. Und dem Herrn bist du geizig. Ты для греха проходил
десятки километров, чтобы согрешить. Ездил сотни километров. Платил сотни тысяч денег. Все было нормально. Ты свою плоть порабощал, я не знаю, что только с ней не делал, издевался над ней. Du hast dein Leib versklavt der Sünde, du hast dich schlecht behandelt. Так теперь на дела святые. Und jetzt für die Werke der Gerechtigkeit. Просто продежурить ночь. Einfach eine Nacht zu wachen oder zu zweit. На Familienwoche. In der Familienwoche. Неужели это будет в тягость? Wird das schwer sein? Вспомни, сколько бессонных ночей. Я не знаю, где там только их не было. На дела беззаконные ты тратишь. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Теперь ты освободился от греха. Радуйся и танцуй. Freue dich und tanze. Но ты стал рабом праведности. Aber du bist geworden ein Sklave der Gerechtigkeit. Amen. Halleluja. Halleluja. Давайте дальше. Lass uns weiterlesen. Какой же плод вы имели тогда? Was hattet ihr eine Frucht gehabt damals? Я не знаю, но каждый сам себя проверит и согласится. Jeder soll sich selbst prüfen. Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Werke damals, die ihr habtet, ihr schämt euch diesen heute. Разве не так? Ist das nicht so? Мы так рады, правда, часто? Wir sind so froh oft. Даже я так рад. Ich bin auch selbst so froh. Хотя я не был таким там в грехах. Obwohl ich eigentlich nicht so wie die Welt gesündigt habe. Я тоже в грехах. Но я имею в виду, я не был без Бога, не жил, всегда был. Ich habe nie ohne Gott gelebt. Ich habe immer mit Gott gelebt. И то иногда есть какие-то моменты вспоминаются. Und trotzdem gibt's Momente, что никто это не знает. Dass ich mir denke, gut, dass Menschen darüber nicht Bescheid. Разве не так? Ist das nicht so? Стыдно. Ist doch schämend. Павел говорит, дела, которых ныне, сами стыдитесь. Also Werke, die ich mich heute schäme. Думаешь, хорошо, что или мысли бывали такие. Oder Gedanken manchmal kamen. Думаю, откуда такая дрянь могла прийти? Dann denkst du, woher kommt diese Dreck überhaupt? Хорошо, что никто не узнал. Das ist gut, dass niemand darüber weiß. Если ты верующий, ты их выгоняешь. Wenn du gläubig bist, dann ты берешь контроль над ними. Einfach diese Gedanken weg, ты даешь благодати царству. И она побеждает грех. Und sie überwindet die Sünde. Конец всему этому был смерть. Он приводил к смерти. Das endet diesen allen Werken, wäre der Tod. Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу. Aber jetzt, wo ihr frei geworden seid von der Sünde, seid Sklaven der Gerechtigkeit плод geworden. Halleluja, ваш есть святость. Eure Frucht ist Gerechtigkeit. Скажи святость. Sag Gerechtigkeit. А святость это отделение. Und die Gerechtigkeit ist das Trennung. От кого ты отделился? Von wem wurdest du getrennt? От греха, еще от чего? Von der Sünde, von was или noch? От кого? Oder von was? Vom Gesetz. От дьявола, аминь. Vom Teufel. И кому ты прилепился? Zu wem bist du dann hinzugeführt worden? Прилепился к святости, прилепился к Богу. Du bist getrennt für Gott, für die Gerechtigkeit. И плод какой у вас стал? Und wer ist Gott für euch geworden? Какой плод ты имеешь? Welche Frucht hast du jetzt? Gerechtigkeit. Какой плод имеешь? Welche Frucht hast du? Gerechtigkeit. Какой плод имеешь? Welche Frucht? А какой у тебя будет конец? Was für ein Ende wirst du haben? Какой? Ewiges Leben. Написано. Steht geschrieben. Плод святость. Die Frucht ist Gerechtigkeit. Конец жизнь вечная. Und das Ende ist ewiges Поэтому Leben. Никогда не хнычь. Deswegen nörgle nicht. Никогда не хнычь, да. Нёргли ничт. Что бы ни случилось в жизни, egal, was passiert im Leben, ты должен видеть тот конец, который принадлежит тебе по праву. Du sollst das Ende sehen, das dir gehört nach dem Recht. А конец во жизнь вечная. Und das Ende dem во Христе Иисусе, последний стишок. Ewige Leben in Jesus Christus. Und das последний letzte стишок. Letzter Vers. Ибо возмездие за грех – смерть. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Закон и грех имеют последствия. Das Gesetz und die Sünde haben eine Folge. И от этого ты никуда не денешься. Und von dem kannst du nicht entfliehen. Понимаете, что значит последствия? Was ist eine Folge? Versteht последствия. Ihr? Сунул палец в мясорубку. Du hast deinen Finger in Fleischwolf rein. Последствия у тебя стало 9 пальцев, так? Und als Folge hast du nur никуда noch 9 не денешься. Finger. Und du kannst davon nicht weggehen. Не веришь, попробуй. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du versuchen. Вот. И ты увидишь, что у тебя станет 9. Und du wirst sehen, dass du nur noch 9 и hast. От последствий никуда не убежишь. Und von Folgen kannst du nicht weglaufen. И Павел ясно говорит, возмездие за грех смерть. Die Strafe für die Sünde ist, это возмездие. Der Sünde ist tot. Вот у греха есть это возмездие всегда. Die Sünde hat immer einen Lohn.
Tod. А так как ты умер для греха, то на тебя это не распространяется, правда? Auf dich trifft das nicht zu. Дар Божий, die подарок, Geschenk Gottes, это что такое? Was ist das? Halleluja. Дар Божий, это благодать. Возмездие за грех, за закон. Закон познается грех, и возмездие за это смерть. Дар Божий, то есть подарок Божий, который мы имеем по благодати, это жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Мы предназначены для вечной жизни. Wir sind bestimmt für das ewige Leben. Ни в страданиях с грехом, nicht in den Leiden, ни в жизни в грехе, gegen die Sünde, nicht ни in в рабстве греховном, nicht in der Sklaverei если der Sünde. Если ты раб греха, wenn du der Sklave der ты Sünde просто bist, еще не поставил резюме в своей жизни. Du hast das noch nicht in deinem Leben bestimmt. Ты не вынес конкретного решения. Du hast keinen Schluss getroffen. Я умер для греха. Ich bin tot für die Sünde. И я почитаю себя мертвым und для ich греха. Zähle mich zu den Toten потому für die что Sünde. Хочу жить для праведности. Weil ich leben will nach der Gerechtigkeit. Во Христе Иисусе. In Christus Jesus. Давайте еще последнее место Писания. Noch die letzte Bibelstelle, и группа прославления уже потихоньку готовится. Мы будем после, сейчас, я немножко остановлюсь на этом стишке. Ich will noch an diesem Vers noch ein bisschen, и мы будем принимать вечерю Господню. Und wir werden das Abendmahl Gottes annehmen. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Это местописание очень сильно меня в свое время привело к размышлениям. Diese Bibelvers hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. И она подходит к тем местам, о которых мы говорили. Und das passt sehr gut zu dem, was wir sprechen. Христос умер за нас. Der Herr ist für uns gestorben. Христос умер за нас, я сказал. Аминь. Когда мы были еще грешниками. Аминь. Посему, тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, мы оправданы Его кровью. Аминь. И спасаемся от Его гнева. Аминь. Почему? Weshalb? Потому что оправданы Его кровью. Аминь. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Аллилуйя. Но я думаю, одну важную деталь. Aber ein sehr wichtige Detail. Вы не заметили. Habt ihr nicht bemerkt. Для этого я здесь. Я вам покажу. Мы примирились с чем? С Богом. Мы примирились с Ним подобию смертью Сына Его. Да? Смертью Сына Его. А чем мы спасаемся? Leben. Womit werden wir gerettet? И воскресением сказал. Auferstehen. Она говорит, через Его смерть. Мы примирились через Его смерть, через кровью. Написано, кровью Его оправданы, спасаемся им от гнева. А? Werden gerettet durch sein Leben. Вот на это я хотел обратить наше внимание. Дьявол всегда будет тебя обманывать. Teufel wird dich immer belügen. Он всегда будет показывать тебя на твою жизнь. Er wird immer zeigen dir auf dein Leben. Как будто бы ты своей жизнью спасаешься. Als ob du durch dein Leben gerettet на свои дела показывает, durch deine Werke, auf deine Werke wird zeigen. Чтобы мы смотрели на свои дела и ходили в разочаровании и в dass wir unsere Werke zeigen und, вместо того, чтобы смотреть enttäuscht. На жертву Иисуса Христа. Statt zu gucken auf das Opfer Jesu Christi. Потому что там произошел обмен. Weil da wurde dieser Tausch gemacht worden. Столько людей, которые постоянно пытаются своей жизнью получить спасение. So viele Menschen, die durch ihr eigenes Leben versuchen errettet zu werden. Понимаете, какая огромная разница? Versteht ihr, was für ein Unterschied? О, Halleluja.
Здесь написано, что мы, примирившись, спасемся Его жизнью. Indem wir versöhnt sind, wir werden gerettet durch sein Leben. Не моя жизнь. Nicht mein Leben. Если твою жизнь положат на весы, wenn dein Leben auf die Waage gestellt wird, нам хана. Dann ist das Ende. Amen. Даже, я как сказал, даже как вроде бы не такой уж и грешник я, не был в мире, не погружался в грехи совсем уж так глубоко. Все равно не спасешься. И я так рад, что я спасаюсь не своей жизнью. Библия говорит, спасемся жизнью Иисуса Христа. Его жизнь. Sein Leben. Послушай внимательно. Hör genau zu. Не твоя жизнь. Nicht dein Leben. А его жизнь. Sein Leben. Это гарант твоего спасения. Ist ein Garant für deine Rettung. Его жизнь. Sein Leben. Это гарант моего спасения. Ist ein Garant für meine Rettung. Halleluja. Подарите ему аплодисменты. Gib ihm einen Applaus.